В Рыбинском гарнизоне пожарной охраны прошли традиционные областные соревнования на первенство по плаванию на Кубок Главного управления, куда съехались сотрудники пожарной охраны со всех городов области. Это Ярославль, Углич, Тутаев, Ростов и другие. В том числе участие приняли и отдаленные районы, такие как Брейдовский, Пашихонский и Даниловский. Данные соревнования посвящены памяти Александра Фролова. Это пожарный Рыбинского гарнизона пожарной охраны, который погиб 6 марта 1997 года при тушении пожара в поселке Костино. В память Александра Фролова в соревнованиях приняли участие около 60 спасателей. На мероприятии присутствовали близкие героя, которые также имеют непосредственное отношение к противопожарной службе. Супруга Александра работает в должности диспетчера пожарной части 21-го отряда. Естественно, ни я, ни его товарищи его не могут забыть, потому что он веселый был очень человек, солнечный. Ну, я не знаю, много можно говорить, но он на самом деле был очень оптимистичный, жизнерадостный. То, что его не забывают, спасибо большое руководству, потому что такой большой срок, а эта традиция, она с каждым годом продолжается и продолжается. То есть это очень приятно. И всегда нас приглашают меня, Сашиных родителей. То есть мы присутствуем всегда здесь, и когда можем, обязательно. По итогам этих памятных соревнований первое место выиграл отряд города Рыбинска, а второе и третье – подразделение Ярославля.